Ее кто-то называет матерью самого рода, прародителем мироздания и всех славянских богов. Кто-то же считает дочерью его сына, Сварога, и богини Лады. В супруге же ее приписывают дождь бога Велеса, кочного бога. Есть исследователи, кто относит ее даже к дочери последнего. Где правда, где вымысел, разобраться непросто, поскольку информации много, и не вся она подлинная. Но то, что Мара богиня зимы и смерти, нет сомнений практически ни у кого. Если вам интересна данная рубрика, подпишитесь, поставьте лайк и нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. А я буду и дальше вас радовать. Ведь наша история и древние мифы имеют огромное влияние на нашу сегодняшнюю жизнь, понятия и взгляды. Какое? Вот я вам и поведаю. Исследователи, которые приписывают Маре образ матери великого рода, склоняются к тому, что еще до его появления уже было начало и конец всему. Мол, Мара – богиня, связанная с миром Яви и Нави, жизни и смерти, по иным понятиям начала и конца. Также в свою лепту вносит ее имя – Ма – мать, Ра – жизнь. Но все же эта версия, на мой взгляд, не так однозначна. Многие источники утверждают, до рода не было ничего, что могло иметь начало и конец, а после сотворения мира его сыном Сварогом как раз и появились такие понятия, как смерть, жизнь и так далее. Также были сотворены три мира – Правь, Явь и Навь. Между двумя последними и властвовала Мара, провожая умерших из мира Яви в Навь и наоборот. Но почему же олицетворение смерти связано с зимой? Вот тут и начинается сложность многогранного божественного родства. Более известные мифы о богах гласят, что у Сварога и Лады были три дочери – Мара, Лея и Жива. Так у славян олицетворялась зима, весна и лето. Связанная с ними легенда отделила Мару от своей прежней семьи, когда она стала супругой кочного бога, владыки Нави. На мой взгляд, если бы она была его дочерью, или же дочерью черного змея в иной версии, как утверждают некоторые историки, то с образом зимы ее бы ничего не связывало, а именно ее чучело мы сжигаем на масленицу до сих пор. Интересно, что самый распространенный образ смерти – дряхлой старухи в лохмотьях и с косой или серпом – отчасти можно приписать Маре. Такой славяне представляли ее в конце зимы, когда власть ее слабела. Осенью же это была прекрасная дева с белой кожей, черными глазами и смольными длинными волосами, одетая в светлые одежды. Как известно, обветшавший образ Мары в конце зимы, в начале лета, должен был умереть, чтобы переродиться в конце лета, осенью, в прекрасном обличии. А сжигали славяне все тела, провожая в загробный мир, так чем же богиня хуже? Несмотря ни на что, нам трудно отнести зиму и смерть к чему-то светлому. Но достаточно вспомнить, как славяне воспринимали морозный период, о чем я рассказывала в видео о владыке Стуж. А также взглянуть на смерть, как на связь с миром Нави, куда не только после смерти отправляются умершие, но и откуда появляется новая жизнь. Понятно, что большинство слов, такие как «мор», «умирать», «морить», устрашающе связаны с кончиной. Однако также имя Мара с болгарского переводится как «мечта», а выражение «кемарить» относится ко сну, что несколько приоткрывает взгляд наших предков на Нави-мир. Да и сам образ богини демонстрировал, что смерть обозначала лишь обновление.
Кстати, некоторые древние авторы говорили о славянской богине Марене, которая одновременно была вроде Гекаты и Деметры, богинь смерти и плодородия. Не правда ли странно? Выбор смерти воспринимался как высшая мудрость, и что от судьбы не убежишь. Поскольку в выборе богов человек не мог сомневаться, смерть приходит ко всем тогда, когда наступит их время. Зато разлучит умершего с близкими и либо породит заново, когда посчитает нужным, либо отправит в божественный рай Ирий. Но как бы ни была сильна вера человека, неизвестности опасаются все. Оттого и хватаются за жизнь, будучи недалеки от кончины. Боги дают испытания, смерть мыслит над твоей судьбой, а смерть – это и есть мудрая Мара. Она выше таких понятий, как добро и зло. Вокруг нее ходит много мифов и легенд, которые преподносят ее с разных сторон. Есть информация, что супружество ее с кочным богом породило 13 уродливых дочерей, коих наши предки опасались как нечистых, но направленных на людей во имя искупления за грехи. Супружество с дождь-богом же, напротив, дало жизнь богу миру, что является вообще прародителем славянских народов. И, наконец, отношения с Велесом, что, правда, больше походит на выдумку, породили Мороза, Сна и трех дочерей. Имя богини Мары напрямую связано с миром Нави, от чего отталкивается ее образ. Но так же, как до сих пор историки не могут четко сказать, чем был этот мир, так и сама богиня в наши дни хранит в себе множество загадок, которые еще только предстоит нам разгадать.